Почему единственная женщина не безразличная вам всемирно известная преступница? Позвольте мне объяснить. Это вы позвольте. Она единственный противник, обыгравший вас дважды. Она из вас веревки бьет. Хватит издеваться, Ватсон. Что она хотела? Давайте не сейчас. Что вообще ей может быть нужно? Это не важно. Алиби? Борода? Человеческое каноэ? Сядет вам на шею и спустится по Темзе. Вас это не касается, ведь не правда ли, Ватсон? Вы ведь больше не встанете мне помогать? Я прочитал содержимое. Пропавший человек, Люк Рирден, 1,50 м, рыжеволосый, нет передних зубов. Дело раскрыто. Вы не ее тип. Ей нужен рыжий гном. Карлик. Так вы согласны? Не согласен. Тут дело не в выборе слова. Вы извращаете размеры невысоких людей. Я сказал лишнее, я не хотел вас обидеть. Нет, я говорю о том, что в данном случае... Чем же вы занимались? Вы позволите мне объяснить? Попробуйте. Холмс, что вы делаете? Ничего. Вы надели себе... Накладной нос? Нет. Но, скажите мне, это ведь была... Не она. Холмс, куда вы? Ватсон! Возьмите цветочки, красавица. Они так же прекрасны, как вы. О, какая прелесть. У тебя что-нибудь найдется для меня? Стой, не шевелись. Это... Что у нас тут? А это... Благодарю. Вот настоящий Ирен. Человек заинтриговал меня, он заставляет ее нервничать. Что совсем непросто. Она напугана. Боится его. Но работает на него. Да. Я вам настоятельно советую, мой друг, бросить это дело. Может, у меня нет выбора. К тому же, скоро мне одному платить ренту. Благодаря вам.